Всем привет! Друзья, вы на канале Планета Земля, с вами Татьяна Панова. Я в Светлогорске со своей сестрой. Мы гуляем на берегу Балтийского моря. Сегодня очень тепло, дождя нет. Смотрите, как море разбушевалось. Пытаемся найти кусочки янтаря, но янтаря мы не набрали. Вот моя Верочка. Скажи всем привет! Привет с Балтийского моря! Да, вышли на прогулку. Погода, да, погода сегодня, уже говорю несколько раз, погода, на удивление, теплая, дождя нет, потому что здесь, в Калининградской области, постоянно осенью дожди, ну и летом тоже, лето очень мало, оно не солнечное, поэтому, когда нет дождика, это такая радость. Прожив здесь 17,5 лет, я ценила каждый день. Если это лето, то бежишь на море, если нету дождя, то что-то делаешь там по огороду. И вот мы приехали отдохнуть в этом маленьком чудесном курортном городке, который раньше назывался Раушин, а сейчас Светлогорск. Погуляйте с нами вместе и посмотрите, какие здесь красоты. Вот дюны, я уже говорила об этом. Посмотрите предыдущие видео, люди отдыхают. В предыдущих видео мы гуляли по набережной в другую сторону, где настроены отели, а здесь немножечко все по-другому. Покажи, что за камень. Вереска. Ух ты, какой интересный. Интересный, да? Да, интересный. С собой не возьмешь. А мы спустились вон оттуда. По канатной дороге, да, вниз. Пытались найти кусочки янтаря, но все бесполезно. Все люди, которые здесь вот гуляют, уже половина ушли туда на канатной дороге, все пытаются что-то найти, но ничего нет. Ну все, да, туда. Ну пройдем еще туда. Там смотри, как красиво, да? Да, да. И камень. Совершенно другой берег. Как будто лодка стоит. Угу. Ну, там люди просто отдыхают. Ох, какая волна! Что ты там увидела, Вер? Я говорю, что ты так внимательно смотрела, что да, увидела? Пузыри. А, пузыри? Ты понимаешь, пузыри? Да. Выталкивает. Кружевное, прям как кружевное, да? Прям штормит. Смотри, какая картина красивая. Пейзаж какой. И прям, смотри, лист получается. Клинок. Кружевное, кружевное. Да, кружева, прям кружева. Пойдем туда или уже будем возвращаться? Ну, то же самое, то же самое, да. За водой тихо, с морем поговорим, помечтаем. Ну, песок. Знаешь, один к одному. Песок мелкий-мелкий.
летом, тут еще можно. Ну вот как тут, смотри, тут вот 3-4 человека лягут, а потом как шагать, перешагивать их? Угу. Узкий пляж. Тяжело идти по песочку. Люди отдыхают. Ой, смотри, а тут как необычно, как будто посмывало что-то, да? Пакет у тебя? Да. Подниматься будем? Да. По канатной дороге? Да. Угу. Слушай, дешевле, чем в автобусе. В автобусе транспорт 36 рублей, 28 рублей, да? Смотря, ну, какой. Мы платили. Где-то метров 100. 118, я же считала там, да, 118 метров. Надо такую иметь силу, чтобы выбросить камни на берег. Угу. Да? А вот еще смотри, какая-то дорожка. Это уже куда-то в лес. Вверху стоят в лесу домики. Видела. Практически деревянные. Да. Прям комплекс. Обитающие. Очень много. Но сейчас летом, то есть осенью холодно. Живут в лесу. Скукожили. Чайки, пусть он бегает по морю. Я за ней, она топ-топ-топ-топ. Я за ней, она топ-топ-топ. Ой. Это видишь, было, да, ржавая все. Может, кафешка какая-то была?
интересно. И я за тобой иду по камням. И куда ты? Еще и на каблуках. Как здорово. Да. Мы подошли опять к канатной дороге. Будем подниматься вверх. Вот такая очередь. Надо купить билетики. Билет 20 рублей. Ну, если вы будете покупать по удостоверению пенсионному, а так билет стоит 50 рублей. Ух ты, какая очередь образовалась. За нами, смотри, какая очередь. Вот такая кабинка небольшая, по два человека. Она по кругу ходит. И наверх мы будем подниматься. Еще сколько? 1, 2, 3, 4 человека. Еще две кабинки. А потом следующие мы будем. Сейчас посчитаем. А всего 19. Так, у нас какой будет номер? Второй? Первый. Нет, первый сейчас поедут. Это второй. Значит, 19-й пошел, вот, да? А вот это. У нас будет второй. А, теперь вот первый. У нас второй будет. Так, ясно. У нас номер 2. Номер 2. Просим кабину. Приготовьтесь к полету. Да, приготовьтесь к полету. Пристегните ремни. Вер, я с этой стороны, чтобы поснимать. Да, 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 да. А ты ныряй на свою сторону. А я ныряю, ты меня снимаешь, когда я сажусь. Поняла? Иди поближе сюда, чего ты так далеко, я бежать не буду за тобой. Ныряй быстрее. Заходим, заходим. Ой, ой, ой. Меняемся, давай, Вер, пожалуйста. Ой. Нет, иди туда. Вер, туда иди, мне что снимать надо. Пожалуйста. Да. Видишь, как? Так. Лук, ой. Лук зеленый, да, луга, луга. Ой! Ё. Кафе вечером сидят. Видишь, посмотри. Свободных мест. Красота. Мелодия включена в кабине. Слышишь? Да, музыка играет. Красота. Смотри, уже пустые кабинки спускаются. Да, но потому что закрывается в 6 часов, и уже желающих по времени они просто не успевают. К закрытию будет. Так, что у нас там?
Да, здорово. Сейчас мы подниматься будем вон туда вверх, потом спуск. Вера. Да, я смотрю. Я тебя хотела окликнуть, ты так внимательно рассматриваешь. Да, я смотрю вверх, да, на небо, лес, природу. Как это все устроено. Вот маленькое сделали нам, маленький подарок. Мы получили колоссальное удовольствие. Столько выброса адреналина, да. Такое чудесное настроение. Вера имеет подарок, имеет в виду подарок за 20 рублей. Пенсионному удостоверению. А вообще вот классно. Общение с природой. Вот, смотрите, друзья, вот там мы были внизу. Где-то так бывает редко. И когда попадешь в эти места снова, это неизвестно. Но тот факт, что мы сейчас, это здорово. Здорово. Спасибо моей сестренке. Да? Ты, что я тебе позвала, ты согласилась, да? Да. Вот, потому что, значит, это нужно было сделать нам эту поездку. 19 кабинок. Протяженность канатной дороги 118 метров. Реконструкция была в 2014 году, и вот как я разговаривала там с людьми, все говорят, нет, все нормально, никогда никаких ЧП не было. До 2014 года эта канатная дорога была построена, но несколько раз ломалась, видимо, потому что она была уже такая старая, древняя, ее закрывали несколько раз. Да, видишь, чтобы сделать ремонт. Ну вот мы уже подъезжаем. Это к точке, к нулевой точке. А вот. О, смотри, вот этот мужичок с нами гулял на побережье. Угу. Я уже два раза видишь. Да, ну вот видишь, уже знакомый. Уже знакомый пошел. Знакомые. Угу. Здорово. Но видишь, кабины не останавливаются, они постоянно в движении. Да, да, вот, да. И так, получается, готовься. Что мы на, значит, в движении запрыгиваем в кабину. Вот. Так, готовимся к высадке. Уже встали. Предъявите билет. Ваш билет, предъявите билет. А вы его дали. У нас его уже билеты получили. А потом они идут вон туда. Там они зиму и ночуют. И возвращаются. Выход. Так, выходишь первая, я с тобой. Ой. Ой. Ой, как трясет. Ой, ой, господи. Вот в этой кабинке. Мы приехали. Да, да. Я смотрела, когда снимала, когда мы заходили. Их проверяют, нет ли неисправности. И мы возвращаемся в город. Сейчас я посмотрю, в каком году была запущена эта канатная дорога. Что-то вылетело из головы. Помню, что реконструкция была в 2014 году. Единственная в Калининградской области канатная дорога. Впервые дорога была введена в эксплуатацию в 1983 году. Вот. Реконструкция была в 2014 году. Длина канатной дороги 118 метров. Перепад высот 34 метра.